друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам карту КС Лего для Майнкрафта по Expedition. После установки этой карты в вашем Майнкрафте появляется легендарная карта, конечно, из легендарной игры Counter-Strike. Те, кто играли в эту игру, поймут, о чем сейчас идет речь. Ну что ж, как видите на своих экранах, карта уже построена, и она выглядит довольно большой. Здесь имеется две команды, конечно, это спецназ и террористы. Так, вроде у меня все нормально включено, но у меня почему-то не прогружаются чанки. Ну, вы появляетесь здесь, выбирайте, с какую команду вы будете играть. Либо за спецназ, либо за террористов, но мы давайте отправимся за спецназ. Ну что ж, спускаемся, и здесь мы видим таблички и видим, конечно, сундуки, в которых лежит два вида оружия. Это М4 и, конечно, АВП. Но у М4 патроны совершенно бесконечные, но и наносят они урон довольно небольшой. АВП патроны ограничены, но наносят максимальный урон. Если одно попадание, то это смерть. А если из М4, одно попадание, это всего лишь маленькое ранение, друзья. И что ж, давайте теперь, наверное, отправимся к террористам. Но в этом сундуке лежат те же самые вещи. И эта карта рассчитана на 4 человека. Поэтому, если у вас есть друзья, то смело отправляйтесь на эту карту. Ну, здесь у нас лежит уже не М4, а лежит АК-47. Ну, она ничем не отличается от М4, друзья. Это то же самое оружие, просто с другим названием. Потому что значит, что у террористов не может быть М4. Потому что это просто нелогически, друзья. Но здесь также есть и АВП, который вы также можете использовать. Вы также здесь можете зайти. И, кстати, эта карта разделена на два этапа. То есть, есть обычная КС Лего, где вы можете поиграть с этими друзьями, а есть карта, где вы можете потренироваться, то есть карта создана специально для тренировки, где вы можете потренировать свои способности. Это все входит в мой архив. Но здесь вы можете пострелять из этой башни просто в кого-нибудь, нацелившись, и просто посидеть. Ну что ж, как видите, вот такая карта. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.